Без долгих приветствий. Следующая заявка. Я ее еще не нашла, такая без долгих приветствий. Я всегда не готова, можно к этому привыкнуть. Один раз была только готова, потому что так получилось просто. Dance practice на Ару. Альбовскую. И тик-так, да? Тик-так только не поняла, клип или dance практику. Короче, неважно. Погнали. Подожди, Альбочка, я еще не готова, детка. Ты-то, может, готова, а я-то нет. Как обычно. Так, мне надо сперва закинуть себе ссылочку. Я тут вагон ссылок. Dance practice, иди сюда. Dance. Ара. Ну да, конечно. Ты же не знаешь английского. Зачем тебе правильно это писать? Dance. Альба. Так, запишем. Ты даже не загрузила предыдущий стейдж, дура. Все делаю вовремя. Всегда, всегда, абсолютно. Абсолютно всегда. Я же умный ребенок. Все помнят об этом. Прошел год. Не прошло 4 часа, чего вы врете. Так, шутки с КВН, пожалуйста, выкиньте сразу. Альба, dance practice. Погнали. Песня мне понравилась, сразу скажу. Салем. Так, подожди, она здесь учит танцевать? Короче, тик-так тогда погнали. Я все равно не научусь танцевать, так что мне сложно с этим. Ну, ты, конечно, молодец, девчонка, но ты рано вступаешь. Я-то еще не готова. Так, все на альбу. Дэнс-практика. Ну, возможно, танцует она там дальше, конечно. Как бы без... Раз, два, три начали. Погнали. Просто такие дэнс-практики, они только для танцоров. Я... потяну спину на первом же движении, поэтому не буду я этого делать. Дэнс-практис тик-так. Песню я, кстати, не слышала. Красивое здание. Она сделала такое движение, что сразу мужик прибежал. Она такая, иди отсюда. Выгнала его из кадра. Не отвлекай внимание от меня, красотки. Хотя там... не на что было внимание отвлекать. Она реально красивее. Сейчас опять, наверное, мужик прибежит после этого движения. Даже два. О, господи. Я хоть снимаю. Нифига она ногами двигает. Качевая песня. Какие пятые точки. Накачаны. Иди отсюда. Ты не видишь, что я красотка? Правильно, Альба, правильно. Нечего тут в кадре зачесываться. Такие ноги должны быть сильные для таких движений.
Очень сильно устают. Смотришь на нее и тоже танцевать хочется. Прикольно. Хорошо танцует, девочка, хорошо. Поет, красиво танцует, хорошо. Идеально почти во всем. Dance practice. Так, Ара. Короче, если существует какая-то данс-практика без обучающих материалов, то, пожалуйста, кидайте. Если нет, пока, значит, заявочку не буду исполнять. Ну, потому что то, что она учит, как бы, смотреть на это будет скучно людям. Спасибо огромное за заявочку. 6 минут, думаю, хватит. Погнали следующую.